Уже 33 года в Саранске проводится традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти Кирилла Комарова и Наиля Альмяшева. В этом году соревнования приурочены еще к одной важной дате – 60-летию зарождения греко-римской борьбы в Мордовии. Кирилл Максимович Комаров, мой тренер наших трудовых резервов, приехав из армии морфлота и Мордовии организовал, раньше считался классической борьбой, сейчас греко-римской. И с этих времен, вот 56-го года, она у нас как функционирует, этот вид спорта, и очень неплохо. За минувшие 60 лет Мордовия превратилась в один из самых известных борцовских регионов страны. В нашей республике появился свой олимпийский чемпион, есть чемпионы мира, Европы, победители Кубков планеты. А начинал победную поступь мордовской школы борьбы Наиль Альмяшев. Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, победитель Кубка СССР. Продолжателями славных традиций могут в будущем стать участники нынешних соревнований. За медали в 7 весовых категориях борются 120 спортсменов из 12 сборных, представляющие регионы Поволжья и Центрального федерального округа. В этом году соревнования вновь имели статус финала первенства Центрального совета физкультурно-спортивного общества «Юность России». Это давало возможность победителям во всех весовых категориях получить прямую путевку на главный финал первенства страны. Руслан Бичурин в 2016 году уже становился призером российского первенства. Сегодня он был лучшим в весовой категории до 60 килограмм и обеспечил себе участие в молодежном чемпионате России в следующем году. Серьезный старт, готовился все равно к нему. А соперников уже знаешь, уже встречала где-нибудь? Ну да, постоянно, то есть все постоянно знакомые, боремся вместе. Помимо Руслана Бичурина, на высшую ступень пьедестала почета в своих весовых категориях поднялись еще четверо мордовских борцов – Дмитрий Костин, Александр Матлабов, Абдул-Вахап Асаинов и Мурат Мусаев. Также на счету сборной хозяев турнира – 4 серебряных и 3 бронзовые награды. Анастасия Мишкина, Андрей Просвиркин. Наши новости.